heroico del sol de Boyacá, que a proyectarse en medio de espadas y banderas, la senda de la patria por siempre alumbrará. Gloria, gloria al soldado, y que su fama corra por el solar nativo, en crónica y cantar. Всем привет! Я возвращаюсь к вам снова. Надеюсь, что теперь буду действительно чаще снимать видео. Наконец-то мы переехали, более-менее здесь обустроились на новом месте. И было очень много дел, как известно, с переездом. Сам переезд, нужно было найти машину, которая все перевезет, всю мебель с Боготы сюда. И много было дел по приезду, то есть нужно было, например, здесь не было занавесок, ни гордин, нам нужно было купить все, как бы измерить длину, поехать заказать, потом мы ждали, когда все будет готово, потом я мыла все окна здесь в квартире и повесили вот занавески буквально недавно, вот, уже прошло полторы где-то недели. Вот, но теперь, я думаю, у меня будет время снимать видео. Буду снимать влоги, скорее всего. Ну и идеи для других видео тоже есть до сих пор. Буду снимать все. Не переживайте, кто ждет видео Колумбии, обязательно выйдет. Кстати, да, я подстриглась. Мне нравится длина, то есть я не жалею, что так коротко, но мне не нравится... Мне не нравится, как меня подстригли, потому что мне кажется, вообще что-то криво. Хотя, конечно, я просила мне сделать до плеч длину, но мне сделали как бы короче. Но я по этому поводу не расстроилась. Я расстроилась только потому, что мне не понравилось, как меня подстригли. В общем, не знаю, теперь что. Нужно подождать, когда немного отрастут волосы, потом корректировать стрижку. Так, сейчас мы выходим с дочкой на прогулку. Я хожу гулять после обеда. Если в Боготе я ходила гулять два раза в день, и утром, и вечером, то сейчас только после обеда, потому что не успеваю. Ну, еще, конечно же, в связи с переездом, пока все мы убрали, организовали здесь. Вот. Но... После обеда обязательно всегда выхожу. Ну, кстати, здесь очень часто идут дожди у нас. И вот по утрам были очень часто дожди, да, Татья? Мы поэтому не выходили на улицу. А после обеда как-то устаканивается более-менее погода. Хотя все же пасмурно, но... По крайней мере, в это время, вот в 4-5 часов, уже нет там... дождя, ни липня, ни моросящего дождика, а просто как бы так облачно. Ну, хорошая погода, в общем, мне нравится. Здесь не сильно жарко, как я думала сначала, что будет ужасно жарко. Вот мы гуляем. И так, всех, кого интересовал вопрос, куда же нас отправили все-таки, то это воинская часть здесь в Колумбии, которая называется Ларандия. Это вторая воинская часть, самая крупная по величине после Толимайды. То есть Толимайда – это главная вот, база военная в Колумбии. Это где вот мы были 3 года почти, не почти, а почти 4 года, то есть 3 года с половиной. И сейчас вот нас отправили сюда, так как муж военный, то мы почти, ну вообще до последнего момента не знали, куда же нас все-таки. И это почти что юг Колумбии. Мы живем внутри
воинской части. На территории мужу до работы идти буквально минут 5. Как бы нам очень повезло, что нам дали квартиру здесь, армия. Но потом, как мы узнали, было очень много запросов. То есть там, по-моему, оставалось 2 квартиры, а запросов было 12. То есть нам очень крупно повезло, потому что до города ехать где-то 40 минут отсюда. Вот, но нереально, то есть, чтобы вот, например, если мы бы жили в городе, во Флоренции, и муж ездил на работу сюда, 40 минут сюда, 40 минут обратно, очень долго и далеко. А здесь вот на территории есть медицинский центр, то есть, как бы, есть скорая помощь, есть общий врач, стоматология, вот, ну а все остальное нужно ехать в город, во Флоренцию. Небольшая, видите, больница такая, одноэтажная. В Талимайде, конечно, намного больше госпиталь был. И, кстати, дочку вот каждый месяц здесь проверяют, вот. А прививки нужно ехать туда, в город. Завтра мы, кстати, поедем на прививку, которую в 6 месяцев делают. 6 месяцев делают. А вот дочке уже 6 месяцев и несколько дней. И сегодня 4 июля, 5 числа, завтра мы поедем на прививку. Продолжение этого влога. Просто было не до видео в несколько дней, потому что мы ездили, дочке делали прививку вот на днях. Дочка капризничала и плакала, и температура была, правда, невысокая. Я даже не давала жаропонижающее, потому что сказали, что если дать, то как бы эффект от прививки, эффекта не будет. Вот, в общем, во вторник, получается, мы сделали прививку ей, и сегодня уже пятница. Но сегодня, конечно, получше она себя чувствует. Погода у нас лучше. Эти дни я вот как только сделала пост в Инстаграме о том, что погода здесь похожа на погоду в Питере, что нет солнца, идут дожди, так сразу же после вот этого моего поста погода изменилась, и вышло солнце, по-моему, даже в тот же день. И вот эти дни сейчас у нас так даже жарко, мы даже кондиционер начали включать, потому что вот сколько мы здесь уже находимся и ни разу не пользовались кондиционером, вот первые дни на этой неделе. Вот, еще какие новости. Скорее всего, вы слышали о том, что разбился вертолет наш русский Ми-8. Вот, это такая новость, вообще не знаю, никто не ожидал, не знал. В общем, 26 июня, это было воскресенье, мой муж мне сказал, что, в общем, у них в группе, группа в WhatsApp всех летчиков и пилоту Альманду, как это сейчас скажу, ну, первый пилот, то есть командир корабля, да, командир вертолета. У них есть группа отдельная, вот, и написали там, командир написал, что не видно вертолета. То есть вертолет вылетел из пункта А и в пункт Б не прибыл. То есть его даже не видно было по датчикам, тот, кто наблюдает, короче, вот не было его видно. И на борту было 16 человек, и, в общем, нашли вертолет, по-моему, в тот же день вечером. Вертолет разбился, все, кто был, весь экипаж и все пассажиры, все погибли абсолютно. Пилот, который был там, который... То есть там было 2 пилота, и оба были друзья моего мужа, вот, и, конечно, очень такая
грустная новость, и я не знаю, я, конечно, не могла остаться равнодушной. Я написала пост в Инстаграме, вот, и сейчас видео хочу как бы сказать вам, что, конечно же, это очень большая потеря. 16 человек – это очень много, и у каждого из них была семья, естественно, друзья, коллеги, в общем, даже как бы знакомые, то вообще, я не знаю, это была ужасная новость, и я, конечно, не ожидала. Когда мне сказал муж вот в воскресенье о том, что вертолет пропал, и кто там был пилот, то все равно до последнего надеялись, что, может быть, при аварии бывает так, что кто-то выпрыгнул, да, кто-то, ну, не знаю, может быть, я думала, будут пострадавшие, но не так, чтобы все 16 человек погибли. И когда мне сказал муж, кто там был, я некоторых знала, так заочно, не очно, а заочно знала. Вот. Я надеялась, что все-таки, может быть, останутся в живых, но такое горе вот случилось. И как выяснилось, сначала думали, что это были погодные условия плохие, поэтому авария, но на самом деле это была ошибка летчика, вот пилоту Альмандо, то есть первого пилота, который был командиром вертолета, была ошибка, потому что они взяли, как бы, там при определенных погодных условиях нужно брать определенную высоту, они взяли неправильную, и вообще дорога была, например, маршрут, да, был точный, они перед полетом как бы должны точно знать, как они полетят. А они взяли, то есть вертолет был найден не по маршрутному пути, а где-то вот в стороне, как мне муж объяснил. И, в общем, очень тяжело, очень грустно. Я очень соболезную всем родственникам и друзьям погибших. Вот. Хотела, конечно, сделать раньше это видео, но не получилось у меня. Поэтому сейчас только вот появилась темпо, хотела сказать, уже все заговаривать, появилось время, чтобы снять. Вот, поэтому вот такие вот новости у нас. Очень грустные.